Топорик – одна из наиболее красивых чистиковых птиц. Встречается на островах и побережье Дальнего Востока России и северной части западного побережья Америки. Гнезда устраивает между камней или в норах. Такой же большой и яркий клюв украшает головы обитающих здесь же и паток, и их атлантических родственников тупиков. В России тупики, которых за необычный вид называют северными попугаями, встречаются на Мурманском побережье. Птицы из семейства чистиковых тесно связаны с морем. Все чистиковые – превосходные пловцы и ныряльщики. В поисках добычи они погружаются в море и плавают под водой при помощи крыльев.